В лагере спорткомплекса «Шериф» устроили большой праздник в честь закрытия очередной смены. Поздравить ребят пришли самые популярные монстры Ютуба. Устроили для детей квест и бумажное шоу. Еще одна смена спортивных сборов закончилась, и это повод завершить каникулы в лагере ярко и весело. Это уже традиция лагеря – закрывать смену с ярким шоу, популярными героями и увлекательными квестами. Это конфетный кот. Кто любит конфеты? В этом сыщике многие узнали персонажи из «Бременских музыкантов», но это не главный сюрприз. Сыщики расследуют дело о пропаже игрушек, и в этом списке главные монстры Ютуба. Кукла Поппи, конфетный кот, а еще Кисси-Мисси и Хаги-Ваги. Я не напугана, просто они мои любимые друзья. Кисси-Мисси, она миссис поцелуй, а Хаги-Ваги – это мистер обнимашки. А вот и монстры собственной персоной. При их виде дети визжат, но не от страха, а от восторга. Самые младшие участники праздника предпочитают наблюдать за монстрами со стороны, на всякий случай. Чего там в них такого, расскажите? У них два хвоста просто. Два, один внутри еще. А кто самый страшный герой? Хаги-Ваги. Монстры здесь с благими намерениями. Они готовы помочь детям справиться со своими страхами. Для начала можно вместе потанцевать. А теперь испытания для самых смелых. Этот тоннель наполнен самыми разными страхами. Тут и темнота, и замкнутое пространство, и даже щекотка. Там живет мистер Щекотунчик, который может вас защекотать. Страшно. Почему? Ну там все темно. Страшно? Да. Почему? Не знаю. Ну почему там темно? Темно, светло. Темно. Там висят всякие зеленые штуки и очень страшно и темно. Как будто сейчас все закроется. И все же страхи остались в проигрыше. К танцам с монстрами присоединились даже самые маленькие. Самое время отпраздновать победу над страхами. Здесь бумажное шоу. Это самая любимая часть детей, я так понимаю. Это самое лучшее завершение праздника. Мы всегда стараемся завершить смену чем-то таким грандиозным, каким-то шоу. Мы стараемся находить таких героев, которые будут интересными всем нашим возрастам от 7 до 12 лет. Это всегда сюрприз, но, как вы видели, сегодня встречали дети. Они, конечно, в восторге, они хотят их потрогать, как-то поучаствовать в этом. Это значит, мы попали с героями. Этим ребятам будет что рассказать в сентябре одноклассникам. А лагерь уже принимает новичков. Татьяна Иващенко, Дмитрий Ягодкин, ТСВ.